Здравствуйте! Сегодня рассмотрим наклонную вытяжку фирмы Tearca, модель Bella 60 Black. Модель выполнена в черном стекле, корпус металл, крашеный, тоже черного цвета. По дизайну очень интересно. Вогнутое стекло вовнутрь, захват происходит по периметру, а также между стекол. Вверх вытяжка с двойным телескопическим коробом, вытянутым на максимум, может доходить до метра от по высоте от варочной поверхности. Также самое главное, что у вытяжки производительность 1100 метров кубических в час и очень интересное управление. Чтобы включить подсветку, нам достаточно подвести руку. Чтобы переключить скорости, по часовой стрелке, прижимая руку к стеклу, проводим. Все, вытяжка включилась на первую скорость. Об этом нам еще будет говорить индикатор, который расположен снизу. Вторая. Третья скорость. Четвертая. Вытяжки будет 4 скорости. Также мы сбрасываем скорости. В комплекте также с вытяжкой идет пульт. Он очень удобный. С него мы также управляем вытяжкой. Пульт оснащен магнитом. Чтобы не потерять его, можно спокойно его к корпусу вытяжки прислонить, и все, и он будет держаться. Внутри вытяжки мы видим хороший большой жироулавливающий фильтр, хороший мощный газлифт, который держит крышку стекла, магниты. Внутри находится сам двигатель, итальянская турбина, очень производительная, выполнено все внутри, опять же, все качественно, все заизолировано, все плотно, лампы светодиодные стоят GU10, это очень сэкономит вам электрорасход. Сам корпус тоже жесткий, хороший, все на клепках, все продумано, все хорошо, фиксатор, если что, дополнительно можно отрегулировать. Ну и самое главное, двигатель. Двигатель S45, 1100 кубиков, очень мощный. В общем и целом, вытяжка смотрится стильно, интересно, с необычным управлением. И самое главное, с хорошей, высокой производительностью. Пользуйтесь вытяжками фирмы Tearca. Всем чистого воздуха, готовьте вкусно и добра!